Если вам нужны надежные, максимально комфортные кроссовки с поддержкой стопы, значит Brooks Adrenalin GTS-23 точно для вас. В этой модели работает накопленный за долгие годы перезапусков опыт, к которому практически ежегодно прибавляются инновационные технологические составляющие. Вы, наверное, успели заметить, что я постоянно включаю в обзоры примеры из личного общения с кроссовками, если они есть, конечно. Мое знакомство с изделиями Brooks состоялось, когда я совершенно интуитивно выбрал одну из предыдущих моделей Adrenalin перед стартом одного из своих 10-суточных забегов. И точно не прогадал. Во всяком случае, их заслуга в том, что в итоге оказался в числе лидеров, тоже есть. Что отличает кроссовки Brooks в принципе? Они комфортные, они износоустойчивые, они сидят так, как будто их шили именно на вас. Что может не понравиться конкретно в адреналинах? Но может быть максимальная из общепринятых величина дропа или разница высоты пятки и носка. Он, дроп, в этой модели равен 12 мм. Зато какое количество пены под пятки – целых 36 мм. Заложенные в адреналины качества позволяют использовать их как уверенную пару для ежедневных тренировок. Хотя, если вы обычный бегун с обычными среднестатистическими скоростными запросами, то Brooks Adrenalin GTS-23 – вполне реальный соревновательный вариант для протяженных дистанций. А еще они очень стильные, с классно выделенными цветовыми решениями деталей. Верх из обновленной сетки с 3D-принтом, что означает отсутствие каких-либо накладок и полную однородность плотности прилегания. Впрочем, то, что кроссовки всем своим видом стремятся быть органичным продолжением, а точнее дополнением стопы, видно и совсем невооруженным глазом. Очень надежная широкая подошва, снабженная цепкой резиной протектора и канавками гибкости как продольными, так и поперечными. Состав средней части подошвы обновился, он стал чуть легче и мягче, чем у предыдущей модели. Причем реально мягче. Характер у адреналинов изменился, теперь он не такой строгий. Конечно, немаловажную, а очень важную роль в этом играет не только новое качество пены, а и система стабилизации, которую называют интеллектуальной, потому как она включается в те моменты, когда в ней есть нужда. Эта технология применяется в модели Адреналин уже 5-й выпуск, каждый раз как-то совершенствуясь. Если не влезать в технические детали и не перечислять названия технологий, то можно просто сказать, что Brooks Adrenalin 23-й своей версии остались уверенными в своей стабильности кроссовками. Эта модель претерпевает ровно те изменения, которые могут еще больше ее улучшить. И делается это не рывками, а уверенными, проверенными и хорошо продуманными шагами. При этом вашим шагам адреналины стараются не мешать и не навязывают какой-то свой стиль бега. И еще, если у вас плоская стопа, вы, надев эти кроссовки, сразу почувствуете, как что-то стремится поддержать среднюю ее часть с внутренней стороны. Постепенно к этому привыкаешь, но это не значит, что технология перестала работать. Вес мужской полупары 286 грамм, женской 258. Дроп или разница высоты пятки и носка 12 мм. Приходите в спортмарафон или звоните по телефону, и наши продавцы-консультанты с удовольствием подберут для вас именно ту обувь, которая поможет вам комфортно и эффективно тренироваться, а затем и выходить на официальные старты. Будьте здоровы!